Из китайского Уханя в Сеул прибыл третий самолет с гражданами Южной Кореи. На борту находились 147 пассажиров. Порядка 60 прибывших – это граждане Китая. Среди членов их семей есть южнокорейцы. Сразу после прилета пассажиры прошли медицинскую проверку. У 5 из них обнаружили симптомы коронавируса. Их отправили в больницу для дальнейшего обследования. Остальные эвакуированные 2 недели проведут на карантине. Между тем, как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, еще 3 пациента, заразившихся коронавирусом, выздоровели, их выписали из больницы. Таким образом, на так называемой уханьской пневмонии в Южной Корее вылечили 7 из 28 заразившихся.